Да, Макс, привет. Все, кто собирается ехать на Воронеже, не едьте сюда. Здесь нету клёва, здесь нету рыбы. Вот видишь, какой привет. Какой привет передают. Короче, меня вчера сорвали на рыбалку. Приехали мы в одно место, а там далеко было идти и неудобно. И мы, короче, по старой привычке приехали на поле. Нам сказали, что клёва нет. Тут были тоже какие-то известные люди из Сталина. Ну и так чутка подловили. Вот. Поэтому я делаю видео, показываю. Вот сколько там машин стоит. 13, короче, примерно. Ну вот, рыбалка была трудовая, поймал где-то около 8 штучек лещиков, ну, закилошных. Но рыба упорно отказывается клевать, потому что, как бы, соседей там большая куча нулей присутствует. Вот такие вот дела. Я думаю, что еще немножко рыбалку закончим и все.